Внимание! Бегом марш! Как скажешь. Я уже заждал. Мои люди почти готовы, командир. Скоро отправляется очередная группа. Кто на новенького? Кому навешать? Задавим их интеллектом. Все понятно. Приказы будут? Задавим их интеллектом. Вооружен и опасен. Точняк. Выполняю. Так точно. Будет сделано. Давно бы так. Окей. Высылайте подмогу. Конечно. Что за спешка? Кому навешать? Интересно, доедем или нет? Ладно, сейчас узнаем. Почему бы и нет? Превосходно! На колонистов напали! Мы должны их спасти! База атакована. Это! Что за спешка? Кому навешать? Почему вооружен и опасен? Бегу, марш! Выполняю! Приказ получен! База атакована. Высылайте подмогу! Кто на новенького? Давай, удиви меня! Вооружен и опасен! Я уже заждался! Кому навешать? Это были последние колонисты. Скорее, улетайте. Мы потеряли колонию, но мои люди спаслись благодаря вам, командир.
Прекрасная операция, сэр. Доктор Хэнсон предложила взять ее на время в команду. Думаю, ее знания будут для нас неоценимы. Даже не верится, что я здесь. Спасибо за предложение, док. Над чем планируете работать? Ну, здесь допотопное медицинское оборудование, да и опыт исследований небогатый. Вот с этого и начнем. Вот как? Ну что ж, хоть научите чему-нибудь нашего Стэтмана. Добро пожаловать на борт. Еще что ли одно выпить? А то угостить вас, сэр. Ты ведь сюда не со мной поболтать заходишь. Я же его на Марсаре оставил. Как это... Тайкус, все никак не угомонишься? Сядь, а то упадешь, амиго. Какой все-таки забористый майтай у старика Купера. Давай-ка обсудим дела. Ты знаешь, к кому обратиться? Тони Вермиллион на канале UNN. Наш корреспондент Кейт Локвелл сейчас находится на Агрии, пограничной планете колонии. Кейт, вы слышите меня? Прошу прощения, у нас возникли технические неполадки со звуком. Мне сообщают, что император Менгск собирается выступить с заявлением. Давайте послушаем его сообщение. Я привлек к решению стратегических задач лучших офицеров Доминиона. И с сегодняшнего дня наши войска возглавит герой битвы на Торусе, генерал Гораций Ворфилд. Ворфилд? Я думал, он давно ушел в отставку. Блестящий талант генерала Ворфилда и безупречная выучка солдат Доминиона станут залогом нашей уверенности в скором и успешном отражении нашествия Зергова. Под руководством генерала армия окажет достойное сопротивление рою зергов. Далее в нашем выпуске. Террористическая кампания Рейнера и нашествие зергов. Совпадение или закономерность? Наши сюжеты прольют свет на этот вопрос. Видел доктора Хэнсон? А то! Хотел записаться к ней на прием. Просто спросил. Ничего такого. Но, кажется, мадам уже положила глаз на другого красавчика. Да ну, кто бы это мог быть? Даже не знаю. Может, некий принц на белом коне, доблестно спасший ее колонию? Джимми, брат, когда ты начнешь разбираться в дамочках? Старею. Силы уже не те. Ты, главное,
этих колонистов в арсенал не пускай. А то кто их знает? Что же я хотел сделать? Стэтман говорит, что лаборатория готова к работе. Думаю, вам стоит спуститься туда и посмотреть, как идут дела. Сэр, Стэтман говорит, что стоит на пороге большого открытия. Зайдите в лабораторию, поговорите с ним. Я наслышана о вас, командир. Доминион выставляет вас преступником и террористом, но вы производите другое впечатление. Вы ведь знаете, во что превратился Доминион в последнее время. Кто-то должен вступиться за простых людей. Я не думаю, что это будет Менгск. Императору нет дела до нас. Мои люди с Агрией вместе с беженцами из других покинутых колоний сектора отправились искать пристанище на Майнхофе. Из лагерей беженцев постоянно поступают сообщения о конфликтах и эпидемиях. Но император до сих пор ничего не сделал. Я займусь этим, док. Колонистам, можно сказать, повезло. Но скольким миллионам до сих пор нужна помощь? Мы не можем разорваться, сэр. Важно то, что мы подали пример и дали надежду тем, кто в беде. Каждый раз, когда мы помогаем людям, мы делаем еще один шаг к новому, светлому будущему. Знаю, Мэтт. Но прошло уже 4 года, мы ни на шаг не приблизились к цели. Теперь еще и зерги вернулись. Скорее бы наступило твое светлое будущее. А то человечество может его и не дождаться. Хватит бездельничать. Пора создать видимость деятельности. Для меня честь служить под вашим началом. Командир! Артефакт пришельцев помещен в лабораторию и экранирован. Знаете, я вот на него смотрю и думаю о своих проектах. Помедленнее, Стэтман. Что значит проектах? Ты что, занимаешься какими-то исследованиями? Пока нет, сэр. Мне нужны образцы для изучения. Если вам удастся их достать, мы сможем значительно улучшить наше вооружение и тактику. Я обеими руками за. Что тебе для этого нужно? Да, всего понемногу. Все данные хранятся в нашей базе. Если вы во время выполнения задания найдете что-нибудь полезное для исследований, вы об этом сразу узнаете. Ты только корабль не взорви, ладно?
Командир, я тут размышлял по поводу этих артефактов. Вы не волнуйтесь, я не проводил диагностику и не трогал их. Ну, по крайней мере, не напрямую. Короче, сынок. Хорошо, сэр, если угодно. Когда у нас появился второй фрагмент, интенсивность экранирующего поля пришлось значительно увеличить. Если у нас появятся новые фрагменты, придется потратить еще больше энергии бортового центра синтеза на поддержание поля. Значит, хранить эти штуки не только опасно, но еще и дорого. Что ж, чем скорее мы избавимся от них, тем лучше. Сэр, почитайте отчеты на консоли исследований. Вас наверняка заинтересуют некоторые разработки. Пора составить толковый план наступления. Джим, Майнхоф уже давно служит перевалочным пунктом для беженцев со всего сектора. Но в лагерях собралось слишком много людей, и на планете вспыхнула неизвестная эпидемия. Прошу вас, помогите моим людям. Нужно сделать что-нибудь, пока не поздно. Слышал, что могучий Джим Рейнер снова в деле, но не при деньгах. На Редстоуне самые ценные ресурсы в округе. Но когда здесь появились зерги, килмарийцы резво собрали чемоданы и смылись от греха подальше. Деловые люди могут неплохо раскрутиться на этом предприятии. Если ищешь легких денег, прилетай на Редстоун. Редстоун. Та еще дыра. Я уже говорил, что ненавижу вулканические планеты. Рад, что вы прилетели. Меня зовут Тош. Поможешь мне накопать минералов? Плачу щедро и в срок. В чем подвох? Это местечко нестабильно. Низины каждые несколько минут заливает лавой. Конечно же, самые лакомые месторождения находятся именно там. Но, думается, для такого стреляного воробья, как ты, это не помеха.
Сэр, сканеры засекли на поверхности биосигналы зергов. Придется потратить некоторое количество добытых ресурсов на оборону базы. Но не следует увлекаться, иначе операция затянется. Лава и зерги. Мой любимый коктейль. Ладно, поехали. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Лава поднимается. Немедленно выводите все КСМ из низины. Пристройка завершена. Продолжать добычу минералов. Этот таймер показывает время до следующего подъема лавы. Следите за ним, чтобы вовремя отводить все войска и строения на возвышенность. КСМ готов! Еду! Доктора вызывали? Недостаточно минералов. Кого подлатать? Отправил вам на помощь своих друзей, головорезов. Головорезов, говоришь? Да, это настоящие маньяки. Нужно бы наладить их обучение ковбой. Не вешать нож, головорезы! Кара небесная! КСМ готов! Готов. Чего пугаешь? Есть работенка. Время действовать. Где-то в этом районе была парочка моих ребят. Проверь-ка, вдруг они еще живы. Все по-взрослому. Ага.
Сэр, сэр, сканеры засекли биосигнал крупного существа. Думаю, это бруталиск. Если вы его убьете, то мои... наши исследования значительно продвинутся. Как скажешь. Ну да, конечно. Хочу еще раз напомнить, сэр, чем больше ресурсов мы тратим на войска, тем сильнее отдаляемся от цели задания. Постарайтесь быть умереннее в расходах. Кого подлатать? Повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Есть. Слушаю. Угроза миновала. Можно продолжать добычу минералов. Завершено. Есть работенка. Задавим их интеллектом. Давай, удиви меня. Что за спешка? Вооружен и опасен. Выкладывай. Есть, сэр. Я уже заждался. Бегом, марш! Кому навешать? Что происходит? Кто на новенького? Ура! Сверхурочные! СМ готов! Приказы будут? Кому навешать? Задавим их интеллект! Раз ты помогаешь мне, я помогу тебе. Вот координаты ближайших месторождений. Я уже дождался. СМ готов. Бегом, марш!
готов. Приказы будут. Улучшение завершено. Время действовать. Прочь с дороги! Вооружен готов! Месторождение минералов выработано. Точняк. Кому навешать? А? Понял. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Есть работёр. Выкладывай. Повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Можно продолжать добычу минералов. Месторождение минералов выработано. Вооружен и обучен. Месторождение минералов выработано. Ура! Сверхурочные! Доктора вызывали? Месторождение минералов выработано.
огоньку? Есть работенка. Будет сделано. Угу. Перед посадкой я провел сканирование местности. Высылаю полученные данные. Повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Смерть на пороге! Вооружен и опасен! Можно продолжать добычу минералов. Смерть на пороге! Слушаю! Кого подлатать? За дело? Да. Кому перерезать глотку? Не вопрос. Тебя прислал дождь, да? Вовремя ничего не скажешь. Отрабатываем контракт и уматываем с этой планеты. Все. Принято. Разумно. А будет весело. Вот да. Приступим. Чего тебе? Уже в пути. Ладно. Непременно. Что происходит? Не вешать нож, головорезы!
Ничего проще. Я первый, я первый. А как же? Вот да! Не вопрос. Непременно. И это все? Мистер Рейнер, мне тут сказали, на другой стороне каньона есть еще минералы. Ложись! Я уже заждался! Выкладывай. Есть. Недостаточно минералов. Бегом марш! Повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Давай, удиви меня! Угроза миновала. Можно продолжать добычу минералов. Приказы будут? Почему бы... Кому перерезать глотку? Вооружен и опасен. Круто! Слушаю. Кому навешать? Окей. Еще бы! Так точно, сэр! Жду не дождусь! Чего тебе? Оставим их интеллектом! Выполни! Кара небесная! Я уже заждался. Как скажешь. Просто... Не вешать нож, головорезы! Принято. Разумно.
И это все? Приступим. О, да! Повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Праздник боли! Кара небесная! О! Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Ладно. Нет ничего проще. Можно продолжать добычу минералов. Уже в пути. Приступим. Не вопрос. Мои люди работают быстро. Мы уже собрали половину минералов. Принято. Не вопрос. И это все. Yeah.
Респеновый гейзер иссяк. Я первый. Нет ничего проще. Вот да. Я первый. Непременно. А как же? И это все? Приступим. Принято. Нет ничего проще. Разумно. Ладно. Повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Что происходит? Продолжать добычу минералов. Давно бы так! Кому перерезать глотку? Нет ничего проще. Пути. Приказы будут? Еще бы. Все понятно. Круто! Приказ получен. Точняк!
Превосходно! Ребята, отличная работа. А теперь сваливаем из этой адской бани. Уже управиться? А ты шустрый, мистер Рейнер. Думаю, нам еще будет что обсудить. Отлично сработано, сэр. Благодаря этой операции на Редстоуне мы вылезли из долговой ямы. Почему Тош на борту? Он хотел поговорить с вами лично, сэр. О том, чтобы вести дела вместе. Ты собираешь о нем данные? Конечно. Никакой он не пират. Ходят слухи, что он беглый призрак. И до тех пор, пока не сбежал, был одним из лучших наемных убийц Доминиона. Теперь Мянгск ненавидит его так же, как и вас. Парень начинает мне нравиться. Но все равно лучше за ним присматривать. Да, сэр.